Good morning, everyone! Всем доброе утро! Сегодня я вам расскажу о времени Present Perfect Continuous. Самое главное, что нужно запомнить, что это время употребляется, когда мы говорим о действии, которое началось в прошлом, но длилось по времени, да, в течение какого-то периода времени было, и все еще продолжается в настоящем. Ну, допустим, я работал весь день, то есть я начал работать днем, у меня был процесс работы длительный, и я до сих пор работаю. Давайте прочитаем форму, которую нужно употреблять. Используем have, has, глагол to be в третьей форме been и основной глагол с инговым окончанием, чтобы показать процесс. I have been working, you have been working, he has been working, she has been working, it has been working, we have been working, you have been working, they have been working. Вот так легко.